Доброе утро. Доброе утро, друзья. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни в Путапарте. One more day in Путапарте. Where are you going? I'm going to for breakfast. Саша собирается на завтрак. Это уже мой второй выход. Я встретилась в ашраме с Натальей. Побеседовали, позавтракали. А сейчас иду на встречу с Хеленой в Хануман-кафе. Хелена говорит тихо, но вот это вот такое... такая хорошая камера мне показалась. Что звук очень хороший. И у тех, кто спрашивает, и кто за камерой, и перед камерой. Я попробую... Ей поснимаю, потому что я поснимала Надю с Сашей, было с микрофонами, но все равно звук какой-то другой. Ну, не понимаю. Вот. Сейчас это я все провожу эксперименты. А вы мне потом рассказывайте, пожалуйста, какой вам лучше понравился, что лучше, что хуже. Надо какое-то интервью сделать с этими микрофонами, если они все-таки немножко потрескивают, то надо будет купить очередные новые. Так в этом домике никто и не живет. Удонахали принадлежит трасту. С утра уже, пока мы сидели в столовой с Наташей, Хелена позвонила, говорит, у нас встреча, все не отменяется. Сейчас возвращаюсь домой, Саша выглядывает из душа. А Хелена меня встретила вчера, я тебе забыла сказать, она спросила, мы встречаемся, не отменяется, ничего не отменяется. Я очень по ней соскучилась, я очень рада, буду с ней встретиться. Здравствуй, Сонька, на меня, пожалуйста, можно не прыгать, ладно? Ой, ты что меня толкаешь? Толстая колбаса такая. Я чуть не упала. Мне кажется, Саша тоже сюда пошел. Я думала, он куда-нибудь в ашрам пойдет. А он сюда пошел. Ой, слоника совсем нос отвалился. Все, это я включила уже Samsung. Хочется, чтобы качество было получше. Саша уже там, а Хеленочки нету, да? Подождем. Тут у них так накрыто. Капучино. Да, отлично. Хороший ветер. Ой, да. Там такая милота, милота. Фоми капучино. Что-то он не очень понял. Саши говорит... Круассан, баттер-круассан. Тут не понимает. Now капучино, да. Later, I don't know what I want. Дальше я не знаю, что я захочу. Может быть, южноиндийскую столовую. Там сегодня Гоби Манчурин. Они принесли меню, говорит, что вы хотите, вроде то ли капучино нет, то ли он нас не понимает, но он не хозяин, сейчас придет хозяин, и тогда он и так знает, что мы каждый раз, каждую неделю тут капучино и круассаны. Тру-йоги, хорошо, давай, ага. Он говорит, давай придет Хелена, и мы пойдем в тру-йоги. Давай. Как мило. Мама.
Там есть другое кафе такого хорошего качества, и мы пошли в Тру-йоги. Они не понимают, чего мы хотим. У них, говорит, сегодня нет кофе. Рада тебя видеть еще раз. Мы же вчера виделись или позавчера? Позавчера. Да, пошли в Тру-йоги. Там есть все. Все. Let's go to Tru-yogi. Be ready. Friend in VK, she tell. She, your friend in VK. Мы, да, мы на... Ага, давайте, счастливо. Somebody steal her chapel, папа. She have to buy chapel. Somebody steal chapel. Я, он говорит, я тебе покажу магазин, где тапки купить. У нее тапки украли. Тру-йоги. Morning. Сайрам. Do you have coffee? Капучино? Ага. Ой. Я говорю, да. Да. Может, ты поймешь? Рассказывай. Сколько мы не виделись? Да, я вот в трех местах была за это время первая. Первый я ходила в ванне. Ты была у Аммы? У Аммы я была давно, еще до встречи с Сашей. Ну вот я не была, и первый раз пошла туда. И она так понравилась мне. I order for me a special breakfast here. Ага. I never had this one. They give you three fried egg or omelette. Ага. With salad. Uh-huh. And something here with the root. And then I order coffee separate. Ага. For me, cappuccino. Two cappuccino. А ты долго была? Это ты видишь меня, да? Я вижу тебя. А я тебя не вижу. Сейчас я тебе покажу. Я сейчас завязываю бандану, потому что здесь жарко. Покажу, как оно смотрится. Что я вижу. А микрофона не надо, да? Нет, они здесь встроены. Такая интересная штука. Ну, это обычный телефон Samsung. Новый какой-то, ультра. Последний раз я была у Серди Сайпа, ой, Прима Сайпапа. Прима Сайпапа. Ну как ты? Сколько? Подарочек, да. Сколько ему лет уже? Сколько ему лет? 19. Большой парень. Сколько? Это не тот, куда против Плански ходит, не тот. Другой мальчик. Другой. Эти Прима Сайпапа много. Один Пан Валора, один Прима Сайпапа. Не вот на Али, все туда ходят. И вот он такой симпатичный. Я думаю, что он Прима Сайпапа. А покажи его фото. У тебя есть его фото? Шивента Прима Сайпапа, but other one. Now many Прима Сайпапа. This Baba 19 year age. Большой парень, такой... Big guy. Такой открытый, такой... Очень... Open. Ты понимаешь, вот я все время думала, вот Сатя Сайпапа узнал все преданных Сирти Сайпапы. Я думала, если он Брема Сайпапа, он должен меня узнать. По-моему, он узнал меня. Потому что, когда он пришел на Даршан, я стояла там на дороге. Он пришел, смотрел. А второй раз так... И пошел, давал, он его помнит, понимает. И давал, тогда стала доставать там вибути, послал меня тоже к себе, мне тоже вибути дело. Потом пошел и сидел, опять меня звал к себе. У меня Росочка, я передала свою Росочку. Еще послал с Эстонкой мне вибути, относил к своей подруге. Два раза в Японии. Как-то
Ну, может быть, поэтому, что там единственные белые были, там только индусы были. И, может быть, поэтому так много внимания обращал. Но он так, скажу. Так, а где он, в Бангалоре? Нет, это надо было в Гойну, Панторе, оттуда с такси. Там авара, и там его, у него так. Харамварам здесь? Хармаварам? Before Майсур. А, до Майсура, да? Before Майсур, not very far from Майсур. Тамилнаду. 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 They tell now lot of Према Саи Баба на Окамин. Это как, по-моему, что же про Будду-то было, что... Нет, искали, да? Нет, Будду или кого там искали, нового Далай-ламу, а там их родилось аж 4 или 5 детей. Вот такая шутка была. Я не знаю, много этих Према Саи Бабы сейчас. Я стала думать, господи, это команда Према Саи Бабы. Он не один придет. Команда? Один он так. Ну, а если да, если он вездесущ, к примеру, и он может быть на несколько разделиться, правильно, на несколько тел. И все скажут, что они Према Саи Бабы. А у него там дошла, все, там много фотографий Сати Саи Бабы там. И все, люди сидят там. Он ходит. Как-то... Да, давай, ага, вентилятор. Так что я вот пошла от любопытства, а теперь я стала думать, то он действительно принесла. А ты одна поехала? Четверо мы поехали. Угу. Она столько уже. Четвертый раз. Она нас повезла потом. И я первый раз, один парень второй раз, а теперь он даже деньгам родит. Да? Да, они поедут, наши ворота, один парень третий раз уже поедет, mm-hmm. А эта женщина уже пятый раз. Так, они верят абсолютно. Время покажет, но он действительно... Время покажет, да. Он действительно такой, очень симпатичный такой. Такую игру играл там. Так у тебя есть его фото-то? Фото есть? Фото? У меня он подарил календарь большой там. Uh-huh. А это календарь там тяжелый такой. Uh-huh. Вот надо было взять этот там, фотографировали с ним. Да. Надо было вот аппарат взять с собой. А как его, ну вот есть какое-то имя, еще какое-то? Светская, чтобы поискать в интернете. Там все знают Према Саи Баба. Према Саи Баба. Према Саи Баба. Ашам Према Саи Баба Дамаварам. Дарам Варам. Дама Варам. Дама Варам. Only 30 kilometers, 35. There are so many Baba. It's very big business in India. This is not business. No, no business. This is truly. Баба. Там никакой бизнеса нету, никакого бизнеса нету. Пока вот такие фото вышли. Нет, это не то. Это как был раньше с мамой. А знаете, что... Это, знаешь, YouTube и... Подожди, вот напиши вот это дарамарам по-английски для поиска. Ашрам, айпут ашрам Према Саи Баба Дарамварам. No, she tell a little bit different Дарамварам. Тут так много написал. А ты вначале по-русски писала? Ну, давай я уберу, все снова напишем. YouTube. YouTube можно найти. Да, и там много Таршанов. Я целыми днями смотрю, я Таршанов. И надо Коимбатуре с самолетом туда поехали и оттуда с такси. Самолетом даже? Самолетом. Можно и с поездом, можно с автобусом. Один парень с автобусом приехал.
Ну, в общем, они только пока, ну вот мне во всяком случае, они только показывают Сатья Саи и Ширди Саи. На Ютубе. На Ютубе, да, набрать? Надо искать. Эстонские конфеты. Спасибо. Бери, ты же любишь птичье молоко. Нам вот эта девочка, которая тапки потеряла, подарила конфет так много. Почему не выходит? Ну ты мне пришли, ты умеешь пересылать же? Тоже мне принес. А это я отсюда взяла. Ага, да, да. Она мне так много принесла. Ну, а птичье-то молоко, я помню, ты очень любишь. Она мне тоже такой мясочек принесла. Она сказала мне, Шисейми. Так что такой очень хороший. Я все, знаешь, я была в ковиде. Где ты была? Болела. А, болела? И 3 недели еще кашляла, не проходит. Здесь? И пошла к нему. Я очень плохо чувствовала. И после этого, когда съела эту 3 бутылки, мне лучше стало. Это что? Понимаешь, совсем по-другому чувствую. Угу. Вот. И следующий день я такая счастливая, веселая. Целый день я так... Небеса была. Так приятно. А ты давно вернулась в Путапарти? Только что приехали. Только что? На днях вот, да? Да, мы приехали 2 дня назад. До этого как-то там пришли. А, понятно. 23-го. 23-го. Да. Ну, а мы 22-го. Но я целый день спала. 22-го. Только что было там. А потом куда? У тебя виза когда заканчивается? Моя заканчивается в августе. Надо идти в Эстонию, новую визу получить. Точно в Эстонию или exit permission можно? Я думаю, что в Эстонию. Может быть, Мальдивы дают тоже, сами сказали. Mm. А, обычно надо идти на entry visa. Я думаю, о чем. И интервизу дают только своя государство. Я у Саи спросила, один раз получила Сри-Ланка. А Саи сказал, Сри-Ланка не дает, а Мальдивы его дают, не сказать. Шри-Ланка не дает? Сейчас не дает. А тебе не просто туристическую надо, тебе интервизу? У меня все время интервизу. Угу. С туристическую здесь нельзя ведь жить уже. Полгода в году. Так, завтрак для Саши. Так что надо в августе, я буду в Эстонии. Шоу, плиз. Ой, такие малюсенькие, да. Ну давай, I give you this plate. Хорошо. Он хочет поделиться со мной одним кусочком яйца. Я еще ходила в Хампи. В Хампи ездила? Да. Одна? Почему одна? Ну, мало ли, ты такая смелая. Я по крещенку, да, одна поехала. А ты уже была в Хампи раньше? Нет. Я говорю, 3 места, где я... Тебе понравилось? Первый раз очень. Там такое мистическое место, как в другой мир попало. Да. Сколько дней ты там была? Ну, мы были 2 дня только. Сколько? 2 дня. Мама, соль. Давай, ага, соль. Такой микрофон тоже. Так что, прикольно. Мне было очень важно увидеть этот закат. Закат солнца и восход солнца. Там на горе. Со смотровой площадки, да, с такой там? Да. И там тоже очень хорошо было.
Хампи мне тоже очень понравился. Были там какие-нибудь в темпле представления, что-нибудь было, служба? Там же храм такой, да, старинный? Я в темпле не ходила. Ага. Там вот даже этот храм не ходили, сюда с вами ходили, этот линком оставляли. Там почему-то не попали туда. Ага. Ну, вообще гуляли, да, и так много влезла по этим лестницам. Ты знаешь, там гора, на которой родился Хануман? Но там 570 ступеней вверх, поэтому туда очень тяжело подняться. Мы там не будем. Я уже больше туда не смогу подняться, наверное. Думала, помру. Меня одна женщина все время за руку держала, и все время по лестницам лезали. Так что... Куда-нибудь еще собираешься? В Гокарно, в Гуа? Не знаю, меня Кашмир зовут. Я не знаю. Правда. Кашмир? Ага. Я не знаю, что у меня делать. Я бы поехала. Да? Угу. Кашмир очень вот, красивый. Да, мне должна одна поехать, потому что мои друзья все уедут, один мужчина меня зовет туда. Ну вот, не одна уже получается, а с мужчиной? Ой, спасибо, деньги, папа. Я не знаю, как поеду или нет, но в апреле, может, я не знаю. Он надеется, что я поеду, но одна не хочу. Там очень красиво. Ты была там, да? Я была там, да. И там, ну, многие считают, что там вот есть могила Иисуса Христа, Розабал называется. Угу. Кто-то считает, что после того, как его распяли, он... Потом йогическими своими практиками вернулся в жизнь, ушел в Индию и прожил там до старости, женился, были дети. Ну, об этом даже вот, ну, некоторые такие очень известные ясновидящие говорят. Нет, я в это верю, что медиума. Я его могла видеть. 70 лет он жил. Да. Так что, я не знаю, где эта могила там. Ну, ты берешь просто рикшу и говоришь, что Розабал. Нет, у меня машина, он сказал, он везет меня везде, куда я хочу. Угу. Яйца вкусные, да. Как они так сделали, интересно, кружочками. В силиконовых, наверное, каких-то штучках. Папа, let's buy, кстати, let's buy home яйца. Ну, now I will bring home when you finish. Ну, later. We will buy again coconut juice, orange juice, and buy eggs. У тебя не помещается? Ну ладно, давай, назад вернула. Ты же так любишь птичье молоко. Пекут хлеб, хлебопечки у них. You making bread? Yes. Every day? Every day. Oh, very good. Only white or brown also? Каждый день они делают хлеб. И у них есть вот такая лаваца. Давай, ага, small, окей, окей, ага. They don't have brown bread. Хорошо, and one lemon. Что? No, white too much. А это яйца фермерские, 6 штук. Очень нам нравятся. И сколько стоит? How much eggs? Eggs. 149. 150. And one lemon, папа, buy please. Мне кажется, это мыло. Свечка. А, свечка. Весь candle? Свечки такие самодельные, наверное. Красивые. Здесь много всяких хороших, интересных штучек в этом магазине True Yogi. Угу. Пошли. Не хочется, конечно, сильно обрастать опять продуктами. Я пока домой только соки ношу. Кокосовый и апельсиновый. Но сейчас вот купили 6 яиц. Может быть, когда-нибудь захочется... Не захочется идти в ашрам или на улицу, а захочется дома сделать яичницу. Ты ведь дома тоже почти не готовишь? Нет, не готовлю. Не готовишь. Здесь никто дома не готовит. Здесь очень вкусно.
и дешево питаться в аутсайде. К тому же это все близко, это не надо ехать куда-то там на метро. Да, Сайрам, ну, thank you, но... No. Мы туда, да, вот у нас тут угол, где мы соки пьем. Пойдешь сок пить? Елена, orange juice, апельсиновый сочек. Будешь? Нет, не хочешь? Вот. А ты куда сейчас пойдешь? Я в Ашан пойду. Я еще сегодня не была в Ашане. Ну давай тогда, я тебя обнимаю, прощаемся, давай. Рада была увидеться. Да. Вот. Ну если ты не уедешь до следующей недели, опять увидимся, да? Да, я не уеду, пока не уеду. Будем встречаться еженедельно на кофе с круассанами. Сайрам, пока. Баба мой хер, баба хер, давай. Дай мне десяточку, подержи, пожалуйста. Давай. Баба, куда убегаешь? Баба, стой. Давай, Сайрам, Сайрам. Мы налоги платим исправно нашему бабе. У меня, ой, запуталась я в Дубате. And one glass of orange juice I want to drink. Кокоса, литр и стаканчик апельсинового сока. Thank you.